Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свою очередную работу. Это светильник из тыквы лагинарии. Как я уже рассказывала, я сама выращиваю их и потом высушиваю и делаю такие вот декоративные вещи. Высота этого светильника от подставки и до кончика хвостика 67 сантиметров. Украшала я эту тыкву индийскими узорами, индийскими слонами. Тут у меня три арки и три пары слонов. Все это выпиливалось бормашиной. Все узоры покрывалось лаками, золотой эмалью и морилками. Светильник этот не просто декоративный, он еще и функциональный. У него есть шнур, он включается в сеть и освещает комнату. Сейчас я покажу. Ну вот так он светится. Навеска из коры корицы еще дополнительно украшает световое пятно, которое он бросает вниз. Ну и, конечно, интересный узор получается на стенках, которые рядом. В ближайшем будущем я выложу видео, как я делаю от начала и до конца такой светильник. Так что оставайтесь с нами. Вот, надеюсь, вам понравилась моя работа. Спасибо за внимание. До свидания.